погляд, дуже цікава виставка сучасного мистецтва «Роки молодих львівських художників». Цікава тому, що, по-перше, такого масштабу, такій кількості робіт, виставка сучасного мистецтва у Львові проводиться вперше. У цьому приміщенні, тим більше. По-друге, цікаво тому, що ця виставка присвячена виключно сучасному мистецтву. Нарешті вона цікава й тому, що ще недавно, досі недавно, це мистецтво, сучасне мистецтво, піддавалося гострому астракізму. Було, так мовити, за межами закону. Суспільно-політичний культурний центр, проводячи цю виставку, усвідомлює цей крок. Можете мені повірити. І має на меті, перш за все, допомогти молодим художникам. Допомогти і відносно молодому мистецтву в нашій країні, яке, по суті, робить свої перші кроки. Сьогодні характерною рисою, найбільш характерною рисою в нашому суспільстві є плюралізм. Плюралізм в економіці, плюралізм в політиці. Будемо сподіватися, плюралізм у світі. Нам хотілося б, щоб наша виставка послужила саме цілі. А зараз я передаю виставку в руки її безпосередньо організаторів і розповідачів. Ну що, шановні товариші, нас взагалі ніколи не водилося, щоб ми відкривали виставку. Єдине, що я можу вам сказати, що тут перша виставка новоствореного підприємства «Галарт». І та виставка репрезентує «Галарт», як «Галарт» репрезентує художників, які представлені на виставці. Так що прошу до зали на оглядання виставки. Бабушкой шили по городу.
Thank you.
Ты зацепил, да? Нет? Недавно было 12-13 на году. Слабо что-то оно проходило. Повторим. Скрыть тебе. Не, вы отдыхайте. Открой. Thank you.
Мы находимся в зале неизвестного, но ныне живущего западноукраинского художника Андрея Сагайдаковсky. В данном зале представлены его последние работы. Ряд которых вы сейчас сможете увидеть. Простота подхода, линии и мазка трафаретного. Непонятно на первый взгляд зрителя, но все очень доступно для глаз. Продолжайте. Что характерно в его работе фламандский натюрморт, который мы сейчас увидим. Волосатый. Характерно для художника и данная инсталляция, на которую можно обратить внимание искусствоведу, и физику-кинематику, и механику. Именно из-за балансовой его стоимости. Достоинство художественное. Достоинство заключается в концептуальной постановке данного табурета. И характерной окраски его ножек. Так. А скажите, какова приблизительная стоимость данного экспоната? Данного экспоната приблизительная стоимость, конвертируемой валюте, сейчас определяется искусствоведом. Ну, приблизительная хотя бы. Хотелось бы иметь такую дому. Порядка 57 австралийских долларов. А это сколько в рублях? По официальному курсу? Да. По официальному курсу ориентировочно 68 рублей. Да. Хорошо, что Сагайдаковсky не знает об этой стоимости. Ты снимаешь что? В следующем зале мы видим другую характерную работу для этого художника. Женщина с младенцем, которая ассоциируется с работами великих фламандцев. Леонардо да Винчи, Мадонна с Маланца, женщина с Маланца, ну и другие женщины с другими предметами. Вот атрибуты там слева, да, женщины, халаты, все хватит. Характерная цветовая гамма маленьких купальщиков, которые сейчас вы наблюдаете, заключается в оранжево-зеленом цвете, который присутствует на данной работе. В этом углу представлен ряд младенцев этого автора, которые отличаются разнообразием форм, подходов, цветовой гаммы. А здесь опять же Мадонна с младенцем, только в другой концепции. В другом колоре. Находимся в очередном зале, к сожалению, ныне живущего нашего современника. Вот. Его творчество характерно как раз для названия Дефлорация, если обратить внимание на эти работы. Но вы забыли. Мне нравятся работы нашей женской половины.
дали инсталляции. Вот, например, извините, извините, это не так. Можно не так. Куда это? Это правильно. Все можно, да? Угу. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями о выставке. Ну что, выставка довольно интересная. Есть несколько работ, которые впечатляют. Наводят на размышления. Может быть, оригинальность мышления авторов, которые представлены здесь. Ну и подкупает юмором выставленных работ. А что вам не понравилось? Что мне не понравилось? Не понравилось мне то, что некоторые работы не имеют, так сказать, необходимых объяснений. Я не обратил внимания, значит, тут некоторых авторов, по-моему, фамилии отсутствуют. Нет. Поэтому, возможно, я это не заметил. Но, во всяком случае, вот мне кажется, что это недостаток. Ну, что еще? Я скажу, что в некоторых работах мне не понравилось отсутствие вот этого цветовой гаммы. Бедность. Не во всех, но в некоторых. Например? Ну, такое впечатление, что в некоторых работах у автора просто не хватает красок. Может быть. Вот я на это обращаю внимание. А так, в принципе, выставка довольно хорошая. Я вообще с удовольствием посещаю выставки. Я могу сказать, что это одна из самых оригинальных. Спасибо большое. Приходите еще. Играйте музыка. А этот зал представляет ныне живущий. Ты молчи, не читай. Читай, что будет просто. Художник. Платон, Сильвестров. Вот здесь мы видим. И не видим. Сейчас мы не видим. Сейчас мы опять видим его работу. Вот, пожалуйста. Что ты рисуешь?
Счастливо заключить. И сразу перелазь на белую. Угу. Ну, ви, може, повісили щось вдома в себе, ні? Так. Так, а чому? Це дуже так. Ну,